не так же, это я же метро должна проходить. Так. Ребят, слышно такое ощущение, что это должно быть заскриптовано. То есть я слышу какой-то вообще посторонний звук, типа еще один удар и все. То есть это должно быть заскриптовано у нас. Тёма, помоги! Нужно канатку подтянуть! Готово! Оля! Я же говорила! Им просто нужно было пройти! Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша. Не могу я вот так взять и уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться. А, черт. Оля, я вернусь. Я буду ждать. Артём, двигаем. Да. Оля, помни, что я говорил. Уводи людей из долины. Заплати нам смерть. Как бы ей удалось? Они же упрямые, как я не знаю. Как птицы малые. Только что с виду, как звери. Заиграли. Пионеры, что вы. Ну, она справится. Заставили вы нас поволноваться. У нас все плохо. Нужно спешить, времени мало.
Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Болезнь зашла слишком далеко. Идем. Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший над долиной Дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша весь извелся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Знаете, ребят, вот по сути медведь, он самый изичный. Просто я не знал, что в конце, ну там, где медведь появился, да, есть еще несколько патронов и еще два коктейля молотова. Если бы я знал, я бы еще в той серии завалил бы его. В общем, да, в общем, медведь, в принципе, изичный самый, то есть нужный урон нанести ему, и тогда качаны запутаются, вот так вот. Вот так вот, ребята. Ё-моё. Артём, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни, это все не то. Океан и точка. Верила, что доедем. Доеду. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасешь, правда? Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой. Не виноваты ни твоя мечта, ни его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам. Пусть поспит немного. Идем, братка. Там разговор есть. Эй, золотые руки, ты тебе тоже подтягивайся. Золотые руки он прокачал. Степа, ты это, в рубку давай. Да, сейчас иду. Ну, скажи, что случилось, Настена? Кто тебя обидел? Никто. А чего же ты плачешь? Я боюсь. Боишься? Что случилось? Вот, кашель у меня. Друг, как у тети Ани. Да что ты, Настенька. Ты ведь газом не дышала. Это просто простуда. Это мы мигом вылечим. А тетю Аню? И ее вылечим. Лекарство найдем, и она сразу пойдет на поправку. Правда? Честное слово, так что не волнуйся. Хорошо, не буду. Спартанцы слово всегда держат. Мне мама рассказала. Так и есть, Настя. Так и есть. Блин, вот
такие вот диалоги не обязательно, но их так приятно слушать. Я, конечно, понимаю, как я в который раз повторяю, но... Артём, не волнуйся, все будет окей. Аня сильная. Ну, блин, так классно. Оля! Это Алёша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Мы осмотрели плотину и водохранилище. Вам нужно уходить как можно скорее. Как минимум, пока не начались дожди. Плотина еле держится. И если ее прорвет, всю долину смоет, а что останется, превратится в мертвые земли. Так что уходите завтра же, а лучше вчера. Договорись с остальными девчонками и поставьте вопрос на совете. Тогда даже пираты никуда не денутся. Только оставь мне весточку, чтоб знал, на какой край света за тобой отправляться, когда вернусь. Затем вынужден откланяться, как минимум, до завтра. Au revoir. Хоть бы услышал. Все-таки в церковь идти. Хотя, это же Олька. Ее сам черт не остановит. Не то, что табу дурацкая. Как? Она. Давай. У нас ты... новости. Нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, одной садись. Меньше. Непростой разговор будет, похоже. Этот снимок на Новосибирске мы сначала посчитали испорченным. Так, а что с ним? По описанию, зоны сильного заражения показаны зеленым. А некорректные данные – малиновым. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся и выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельно. И что теперь делать? Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не по-моему. Мы все пойдем. Первый полковник. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы орден, мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание ордена, это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе, мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима, и застрять на Авроре в снегах нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал? Напомни им, Андрей. Охранник города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. Yes. А что там радиация смертельная?
Так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? А, точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полковник, я по костюму. Да, что там с ними? Комплектных получилось собрать. Только два. Видишь, как раз на нас с Артемом. Против судьбы не попрешь. Помогут. Ну как? Понятно, от пыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Ясно. Усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у Ермака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего, мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Все равно мало. Лучше, чем ничего. Не волнуйся, прорвемся. Я еще в машине кабину свинцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступай. Есть, товарищ полковник. Ну что? Сердце у меня не на месте. Такой риск. Сколько в гальзейских путевых бригадах народа от облучения погибло. А в Москве, похоже, близко такой радиации не было. И хоть и риском ни по что не проймешь, сам знаешь. Лучше про музей ты расскажи, откуда знаешь про него? Я же пока в метро работал, не интересовался. У нас под Москвой экспериментальный полигон есть, железнодорожный. Техники там скопилось уйма. Вот музей организовать и решили, а место нашли в Новосибирске. Ого, и тебе не ближний свет. Да, не ближний. Но перегнали все потихоньку, с остальных полигонов тоже собрали, чтобы интересней. И лет за 15 до войны открыли музей. Ясно. А снегоочиститель-то там точно есть? Точно. Его как раз от нас перегоняли. Знаменитый образец. Тебе понравится? Это ведь наверняка. Ну, пойду я. Может, ТТ-шнику позабить надо. Да, может быть. Я все же думаю, надо нам будет и центр связи найти. Как? Где? На снимке засвечен целый квадрат. Причем смотри где. В Академгородке, конечно, грязно, но если быстро обернемся, то ничего страшного. А вот там... Видишь? Конечно, не центр города, но все равно. Там искать только место под могилу. Ну, там посмотрим. И смотреть нечего. Думаешь, полковник просто так нам задачу на центр связи не ставил? Думаю, не просто. Я понимаю, чего ты. Не дурнее паровоза. Тогда о чем мы сейчас вообще? Полковник сказал, что обсуждать нечего. Они с Артемом все уже решили, и мы должны уважать их решение. И верить, что все получится. Мы ведь кто? Спарта. Именно. Вот и давай планировать маршрут к лаборатории. Хорошо. Смотри, думаю, если пойдем здесь, главное пятно не зацепим. А тут? Слава богу, нашла его. Так, и ее оно просто поразило. А мама ведь настоящим врачом была, не то что я. Катя, поверь, твоя мама тобой бы гордилась. Спасибо, Алеш. Я так надеялась, что справлюсь. Но у Ани, похоже, очень неудачно все совпало. Газ этот на мосту за годы сильно выдохся. Но его хватило, чтобы запустить разрушительный процесс. Конечно, моя надежда на воздух и долину
Это было наивно. Мы ведь из долины, в конце концов, тоже. Да, воздух, вода и лес. Все это там есть, конечно. Но, увы, ненадолго. Жалко. Народ там неплохой. Думаю, мы с ними нашли бы общий язык. С плотиной так все плохо? Да. Хотя даже если плотина еще долго простоит, почти треть долины уже загажена радиацией. На дне водохранилища за годы собралась вся дрянь, выпавшая выше по течению, и просачивается потихоньку с водой. Ну а если плотина не выдержит? Хоть бы послушалась моего совета. Послушались. Любишь ее? Да. Если это судьба, ты ее снова встретишь. Обязательно. Так, пойду я Аню проведу. Конечно. Передавай привет. Так. Насколько я слышал, в Новосибирске там загажен радиацией, да? А это значит, что нужно побольше хитрых компьютеров. Но, так как мы, в принципе, можем наблюдать их книги такая. Да? То есть сколько у меня? Откуда? У меня же их поменьше было. А где я их только насобирал? Вот, понимаешь, ты просто вытаешь, бегаешь, ходишь, и у тебя просто откуда-то появляются силикаты. Я думал, у меня поменьше. Это круто. Но у меня на 6 минут. Давайте я пока так оставлю, если я не буду отсюда. Там. Либо мне это специально дали перед Новосибирском. Сколько у меня там было? Я просто вообще не смотрел. Надо будет посмотреть на записи, сколько у меня там всего было. Ну ладно. В общем-то, что я хотел бы сделать? Можно ли поменять вот голову? Наверное, нельзя. Блин, обидно, что если нельзя, блин, потому что я случайно просто выменил дробовик на автомат. Не заметил просто этого, вообще не заметил. А так бы я это не смог. Я просто арбалет бы заменил, просто я им особо не пользуюсь. Так. Кала, да? Чисто тут понятно. Больше лучше. Не, арбалет мы не будем пользоваться. Магазин. Вот это я понимаю. Ставим. Установили? Вентиль. А, подожди, мы можем пойти. Как же это здорово. Ой, все. Я только сейчас об этом узнал. Откуда я могу знать про это? Я вообще просто вот только сейчас об этом знал. Либо подожди. Я эту функцию заметил только сейчас. Она вообще была? Ой, как хорошо. Загадненько, револьвер Ашот. Я, пожалуй... Вот, на меня арбалет. А, подожди. Ага, я понял. Так. Нет. Стой. Так, в принципе, это что мы можем, в принципе, это оставить. Я помню его еще. Со времен. Восклайта и перед метро 2033, поэтому я оставлю именно его. Урон, в принципе, у него хороший. Убойника. Что же гад не хочет? А, понял. Это пулемет.
Так, ладно, возьму убойник. А тогда ты просто чокнуть не клюв. Урон, кстати, добавляю. Ладно, я понимаю, что это. Тут что? Пикал лазер, красный лазер. Человечка. Тут, в принципе, все. Что там по патронам? По патронам у меня беда. Но 30 и 10. Вообще мы можем готовить сейчас. Вообще все в магазин. А вообще, вот... вот Новосибирске же всем это мертвое, то есть как бы там в основном людей не будет. Поэтому давайте просто готовим побольше дроби. Тут что, арбалетные болты, разумные. Так. Вообще, мы можем на поверхности это все готовить. На поверхности. Вот что. Все. Тут, тут все. Компас. Бронестекло. Ну вообще все. Все, все, спасибо. Все, мы тут. Собрали, смотри, тут можно, в принципе, делать аптечки. По-моему, все. По-моему, все. Больше ничего. Нет. Так, что пока? 25,5. Патронов. Ну, я не буду. Ну я теперь спокоен, я теперь хоть задолбашу спокойно. Так, вообще... Артём, я раньше не говорил. Ну, в общем, послушай. Был у меня ТТ, безотказная машинка. Один раз только подвел. Броники, в которых еще шевелиться можно, в лед пробивал. Но вот всего 8 патронов в магазине. И вот 9-го патрона... Мне как раз не хватило. Бандюки семью мучили, я не выдержал. Ни разу не промахнулся, всех положил. А на последнего урода не хватило. Когда ребята из Ордена появились, я уже и не знал, жив ли, нет ли. Решил, что ангелы по мою душу. Так вот, знаешь, я к чему? Нас сейчас больше, чем у меня патронов тогда. Мы справимся. И вы у меня будете в свинце до бровей пыхтеть, но справитесь. Так. Вроде бы все осмотрели. Эх, ай-яй-яй. Как же жалко ее видеть в таком состоянии. Просто больно, да, на душе. Артём, знаешь, все-таки не по-товарищески это. Вам с полковником самое интересное, а нам скучища какая-то. Вот пошли бы все вместе, и в полчаса бы нашли то, что надо. А так вы там вдвоем будете черти сколько копаться. Но ничего, мы в Академгородке быстро разберемся и к вам. Хотя, с тобой никакого веселья, небось, не получится. Как на мосту было. Ну, красота же, стреляй как в тире. Нет, миндальничал с сектантами этими. Вообще, ну, в любом случае, если что, вы только вызовите. Мы мигом. Ага. Ну, вообще, полковник и Артём это самое лучшее, что
А если они все скопом, получается, это пойдут, то они ни хрена не найдут лекарства, и поэтому, да. Поэтому лучше использовать просто разделить. Так. Здрасте, Алёша. Я просто не могу понять, откуда у меня 300 химикатов. Я же помню, их у меня было мало. Что, около сотни. Или это мне разрабы дали? Ладно, погнали в Новосибирск. Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые, фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. И дома все целые. Сэм, что там с радиацией? 8 разов выше, чем в Москве, и по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ох ты ж, ё-моё. Ну что, готов, Артём? Так точно. Так точно. Давай за мной. Good luck. Мы вас не подведем. Так, Сэм. Это поудачи. Похоже, тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак! Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан? Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Поехали, ребята. Удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. Поехали. Вы идете на задание, чтобы спасти тети Ани, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно! Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. До свидания, дядя Артем! Не волнуйтесь за тетю Аню. Мы с Мишкой за ней присмотрим. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь.
Спасибо, Катя. Заходи, Артём. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся, пульс четкий. Она просто вымоталась слишком. Теперь до завтра проспит, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Аня сильная и переборет. Главное, вернись. Ну, это типа поклон. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо. А мое? Артём, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду машины. Ну, если уж тут мутанты, я тогда уж... Артём, принимай снаряжение. Пушки я почистил, в рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Офигеть. Как круто, блин. Ой, блин, боже. Я такого подгона реально не ожидал. Серьезно. Такого подгона я просто не ждал. На 20 минут фильтров. Вот просто я этому очень рад. Реально. Со щитом или на щите? Стой. Так, ты точно я себя подготовил? Так. Угу. А пушки ты все почистил? Я так и не понимаю, зачем мне этот хельсинг? Убойник, в принципе, мы с вами почистили. Я бы зарядил его. Ну что, отправляемся? Готовы. Ну, Артём, вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. Погоним. Артём, вы где-то? Одна нога тут, другая опять тут. Аню на ноги поставим и дальше искать, где жить в Ольготе. С правой стороны я просто привык обычно. Артём, ты смотри по сторонам, мне будет некогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Кроме нас ей надеяться не на кого. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Но рискнем. Дорога к мечте. Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давай эти переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, ща тряхнёт.
машин. Военные все перекрыли. Похоже, накрыло в разгар эвакуации. Хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду, куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так, по карте вход в метро тут недалеко. Судя по карте, эта дорога ведет в центр. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. Вообще-то ты должен. О, сколько снега. А буря все усиливается. Дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Ты чё, мы зря просто не кучу времени не потратили. Зря надо всё. Кстати, я вот... Чёрт, ладно, ладно. Давай направо, деваться больше некуда. Я вот тут задумал. Вот найдем мы, значит, безопасное. Давай, Гатло, налево. Вот найдем мы, значит, безопасное место, да? А как же те остальные? Те, которые остались в Москве. Только не торопись, а то застрянем, заметет. А наверняка они бы тоже... Давай, по прямой. Ты понимаешь, что у них там запас на свою гору, возможно, да? Аккуратней, Артём. Аккуратней. Шторм усиливается. Фон тоже растет. Долго мы тут не протянем. Налево. Ну где-то час. Смотри, давай туда. Так обратно на проспект вырулим. Ах ты, ёперный балет, снова пробка. Тут, похоже, танк прошел. Давай за ним. Все, приехали, черт подери. Дальше на своих двоих придется. Надо спешить, фон все растет, фильтров надолго не хватит. Yeah!
Пошли, может, тут получится спуститься в метро. Через автобус! Добрались все-таки. Давай поищем проход в сторону центра. А, ничего себе, тут все привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Ага. Через вагон? Давай помогу открыть. Ну, 3-4. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Ну, я не думаю, что нам. Идем дальше. Только не расслабляйся, эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Сейчас, секунду. Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в двух шагах. Блядь. Метро-то тут не особо глубоко. Радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели. Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Я думаю, можно снять. Что ты делаешь? Вот, меня это бесит, серьезно. Дышать, похоже, можно. А я, блин, хочу снять, предполагать. Я удерживаю кнопку специально, он ставит фильтр. И это меня вымораживает просто. И тут твари. Сейчас полезут. Но ничего, нам не впервой. Эй, где? А я лучше вперёд пойду, значит. Да где твоя шат полезет? Никого нет вообще. Прямой дороги нет. Артёма, смотри тут. Нам надо попасть в соседний туннель. Так вот, через этот вагон пойдем. Если там ничего не было. Смотри. А, ну да. Попробуем протиснуться здесь. Вон проход. Давай вперед, я прикрою. Еще лезут, приготовься! Нужно, если кто меня потом не видит, блин. Ты чё?
зараза! Похоже, родичи наших московских упырей. И тут метро кишит. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Что же эти твари жрут тут, интересно? Людей-то нет? Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. А вот там где-то что-то такое. Михаил Иванович, это Федоров с 12-го участка. Тут такое дело. У нас фильтрует рука совсем, а на сибирской твоей осенью поменяли. Поселишь детей моих? У тебя там народ с их школы как раз. Не могу, Никитич. Тут теперь военные не пускают никого. Зато радиопротектор скоро раздавать начнут. Так что мне, зеленкой этой детей колоть? Не дури. Зеленка — это мировая вещь. Лучше любых фильтров. Не волнуйся, пару месяцев погулите, пока все устроится, а там... В общем, давай потом при встрече. Понял. Давай. Добро. Вот значит, как они тут выживали. Радиопротектор. Зеленка эта, которую военные раздавали. Потом запас кончился, а радиация так и не упала. Ну и все. Осторожней, тут все прогнило. Смотри, в воду не свалюсь. Черт, снова тупик. Мост обвалился. Обычно в таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся, попробуем обойти. Здесь можно протиснуться. Вроде не глубоко. Слышал, что это было? Просто булькнуло, когда к этому прыгнули. В воде точно что-то есть. Надо скорее выбираться. Здесь можно вылезти. А вот и местные жители. Похоже на ту яму в Москве, правда? 8000 километров и опять в расстрельные ямы. Интересно, это тоже шпионы называли? Кстати, трупам не больше года. Может, и тут кто-то еще остался. Будь начеку. Давай наверх! Хорошо, что же у них все-таки случилось? Столько расстрелянных. На войну не похоже. Хорошо, что я не болел, когда на пешку я стоял. Ой.
Что-то мне подпорки эти не нравятся. Как бы не завалило нас тут. А ну-ка. А пыли-то? Ну, вроде держится. Идем. Кажется, окраины станции. Погоди, фальшфейер зажгу. Ё-моё, всё-таки война. Надо ещё пробегать. Смотри, они держали оборону бронелетучками. А как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепление не успели. Пошли на станцию, может там что-то прояснится. ДШК, вечные защитники. Полномасштабная осада. Защитники держали переход на другую станцию. А выживших тут видно было немало. Пока друг друга не перебили. А вот в Москве ложь сработала. Вот и пойми теперь, что лучше. Ложь и жизнь, или правда и смерть. А, что? Что-то мне не по себе, Артём. Да глюки. Призраки прошлого, или мы не призраки. Ты как? Ничего не мерещится? Радиация. Хватанули мы порядочно. Вот-вот. Я говорю, глюки. Я хоть что-то есть? Как нам было? Еще одна могила. Тут бой и закончился. Пойдем к гермоворотам. Там должен быть переход на соседнюю станцию. А, что это? Слышал? Что? Тише. Вот, еще раз. А, какого черта? Упали! Огонь! Ах ты! Я особо как бы не подготовлен. Вот это да. Мать их. Я думал, мерещится опять. Будто мертвецы поднялись. Попали в самое логово этих тварей. Ладно.
Давай попробуем открыть ворота. Вручать-то мы можем? Ну, да. Помоги-ка, Артём. Взяли. Хватит, пошли. Как я понял, это станция Сибирская. Тут должен быть переход на другую ветку метро. Вообще мы можем, в принципе, взять тихарь. Да, и тихаря просто выстрелил. Что-то я даже не подумал. Тем более мы шарики на коленях можем делать. Это тема Новосибирска, ребят. Криповая тема. Видишь, баллоны, хлор, траванули всю станцию. Вот откуда такая гора трупов. Им тут, похоже, не до шуток было. Пришли, черт его. Эти ворота нам не открыть. Ладно. За мной. Ура. Попробуем вернуться в технические помещения. Значит, местные все-таки выжили. С Новосибирском связи у нас никогда не было, но мы считали, что и у них глушилки. Сразу после войны Комитет обороны решил скрыть все признаки жизни в убежищах, чтобы предотвратить новые ядерные удары. А, смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Да, мы врали населению Москвы, но как еще было сплотить людей, защитить их от внешних угроз? Свобода! Мертвецам свобода ни к чему. Артём, осмотрись тут. Может, найдешь что-нибудь полезное. О, брат. Всего лишь два патрона. А, все метро строились похоже, так что здесь должна быть вент-шахта. Опа. Потрепанный отсчет. Тоже патроны. Зальем. Никогда не бывает лишним. Ну чё, всё? Можем идти. Я просто боюсь пропустить что-то, какой-то лут тут. Но тут, походу, ничего нет. Ладно, двигаем. Так, по идее, если пойдем прямо, выйдем
вентиляционный тоннель, а оттуда в соседний путевой. Вот железка чертова. Артём, слышал? Будь наготове. Смотри, эта решетка не закреплена. Глянь, что там. Проверь эту трубу, я прикрою. Давай, я тебя прикрою. Подсажу. Давай. Куда? Бежим. А что ты там? Беги, давай, беги. А тогда это... Плохие люди в кавычках. Поймают. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Мальчик, ты здесь, мы знаем. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Вообще ничего нет, да? Мальчик, ты здесь, мы знаем. О, Артём, держи. Стоять. Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения «Оском». А больше я вам ничего не скажу. Можете сразу Хлебников. Убивать. Значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из «Оском». Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело вести нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. Тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда! Тут уже недалеко до станции. Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артём. Стой! Все чисто. Ну, идем.
Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите, вы вообще с какой станции? Артём с ВДНХ, я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас! Чёрт! Через меня огонь вообще просто. Посадите меня! Давай. Скорее! Скажите, а? У меня это медик буганул. По два раза А на это что скажете, а? Еще охота! Жги гранатами! Ну, идите сюда! Прорвемся! Скотина! Нравится! Нравится, твари! Бля, меня мельник всех убил, но у меня просто патронов надо сказать нет. Логично так положить. Ха-ха-ха! Видишь, как удирают! Вот это я понимаю! Ну что, рядовой Хлебников, можешь выходить! Ау, парень, ты где? Неужто удрал? Ну, и где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Ха, живой! Пяток мутантов. А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник, командир группы особого назначения. Артём мой боец.
Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто! Подождите секунду, я ворота открою. Но если бы они хотели, они бы уже давно уже всех пристрелили бы. Его в том числе. Хотя, может быть, у них такой план был бы. Заставить его сюда привезти. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Вот он. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки был, как у богачей. Стоп. Так и выжили. Артем, смотри. Спутниковая карта. Вон та долина, где вы с Алешей потерялись. Прикар. Печенку есть обязательно. Печенку есть обязательно без разговорок. Не скучать. Подполковник Хлебников. Откуда это у вас, рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже 3 недели не выходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попаданий и пошел. Говорил, с карты точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой, надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артем в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабела, что... Аврора, повторите, прием. Аврора, как слышите, прием. Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. Я пойду за картой. Когда будешь лекарство, встретимся здесь, потом вместе. Подождите! За машиной. Подождите! Без антирада на улицу нельзя! Осталось 3 ампулы. Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Отлично. Вон, у них тут верстак, что надо. Кстати, если хочешь, бери рельсу мою. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Вместо этого можно... Только про патроны не забудь. Да-да-да. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Наконец-то. Так. Ладно, с аптечкой мы сами разберемся. Артем, ты фильтры не забыл восстановить. Там будет негде. Может, на другой полке? Да, здесь ловить нечего. А там? Нет, это слишком дорого. Ради... Ну, пусть ради 10, ладно. Но я просто поджигательными патронами не пользовался. Скажи, Кирилл, так. А как все же получилось, что вы с отцом остались одни?
Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались. Комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше кто в боях, кто при пожаре погиб. Входы охранять некому, ну мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Ясно. Прости, что напомнил. А, да ничего, я привык. А, смотрите, тут уже меня один, я только на поезде. Ну и ладно. Ага, вот она где! Надо что-нибудь пшикнуть. Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, я война. Так понял, что вон та вентиляция потом ведет станцию, на станцию. И в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время. Спасибо. Делаем. 83. Сколько там? На фильтр. Да хватит. Фрики давайте сделаем. И все. Надеюсь, выиграем. Еще есть ночное видение, шикарно. Ну что, готов? Ну что, готов? Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Ну, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены, в твоих руках. Что-то у меня... Ну, я все потратил. Ну, это я уже, это... Потратил умышленно. Сколько у меня там аптечек? Две. Вот надо было аптечки скрафтить. Ладно уже, пофигу. Где стоит? По идее, мы должны закончить на эту серию и продолжить следующую. Но, блин, так охота продолжить, так охота дальше играть. О, да, действительно, удерживаешь кнопку, ты одновременно набираешь.
вещи берем. Ребят, ладно, закончим, наверное, эту серию, продолжим в следующем. Всем спасибо, всем пока.